Всем хайку, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезертир, и у меня есть маленькая грустная новость. Для того, чтобы снимать BlizzCon, нам потребуется купить билет. Но стоит он, как еще одна новая игра. Ну, в принципе, как и последние несколько лет. Правда, раньше он стоил рублей так на 500 подешевле. Нет, не то чтобы нам жалко денег, просто... Ну так получилось. Поэтому в этом году мы, скорее всего, стримить его будем. А все почему? Потому что правильно, как все догадались уже, собственно, Эрке большое спасибо, он молодец, все дела. И поэтому мы наконец-то сможем постримить еще раз BlizzCon. Вопрос всего один. Скорее всего, я не могу обещать, что я приду на церемонию открытия. Поэтому, возможно, старт BlizzCon'а я слегка пропущу. Но, скорее всего, опять же, все закрытые мероприятия, которые там будут, я, скорее всего, постримлю. Вот такие дела. Надеюсь, вам понравилась эта новость. И, собственно, поэтому, именно поэтому мы ждем вас на стриме на Good Game. Как обычно. Да. Опять. Я очень постараюсь, если честно. Надеюсь, у меня все получится хорошо.